Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Татьяна Навка обратилась к Петру Чернышову в социальных сетях в его день рождения. 6 февраля спортсмену исполнилось 49 лет. В этот день его партнерша по ледовому шоу решила сказать правду о фигуристе. Она призналась, что муж Заворотнюк невероятно талантливый и очень светлый человек. «Мой потрясающий друг, моя поддержка на льду, мой единомышленник, талантливый и безумно хороший Петр Чернышов. С днем рождения! Редко можно встретить столь светлого человека, который остается таким несмотря ни на что. Друзья, близкие и поклонники его просто обожают», — написала Навка в Инстаграм. После спортсменка пожелала Петру Чернышову крепкого здоровья и благополучия, а также не могла обойти стороной болезнь его жены. Ну и, конечно, самое главное, чтобы Настя выздоровела. «Мы верим в лучшее», — добавила Навка. Поклонники к поздравлениям присоединились и завалили мужа Заворотнюк комплиментами и поздравлениями. Больше всего спортсмену, конечно, желают выздоровления жены. Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в реабилитационном центре в Подмосковье. Новости о здоровье артистки приходят самые разные. По некоторым данным, ей стало лучше, по другой версии, ее состояние, наоборот, ухудшилось. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!